Стас, вот сегодня очень плохо начали матч, да, два гола пропустили буквально на первой минуте, потом весь матч вы владели территориальным преимуществом, постоянно отыгрывались, но вот как-то вот легко давали «Фениксу» вновь выходить вперед, и так, в принципе, весь матч и матч закончился. Скажи, пожалуйста, почему такой характер игры был? Ну, я не знаю, мы сегодня хотели выиграть, и нам нужно было разницу 7 мячей делать. Но первых два мяча, это вообще, конечно, нам сильно ударило. Ну, сказать, что быстро пропускали, это защита сегодня не выполняла то, что должна была выполнять. Вот. Да, показалось, что у вас слишком много было ошибок своих и не дорабатывали немножечко ребята сзади. Как думаешь, с чем связано? Мы хотели сегодня идти только в атаку, надо было 7 мячей забивать. Если мы сидели в защите, у нас бы этого не получилось. Попытались, у нас не получилось, ничего страшного, будем дальше играть и пытаться добиваться чего-то. То есть пошли ва-банк, да, и получили... Ничего было делать, там надо было 7 мячей, говорю, это... Если сидеть в защите, здесь тайм по 20 минут, так что вот так получилось. Что скажешь вот, в целом выступление команды на Кубке? Плохое выступление команды на Кубке, мы уступили всем, даже кому уступили тех команд, которые мы должны были выигрывать. Тот же МФК и Феникс, должны были мы их обыгрывать. Не получилось, будем ждать паркета. Там попытайтесь реабилитироваться, да? Наши, да, там мы немножко сильнее, чем на газоне. Вот. Хорошо, спасибо большое, Стас.